Министра. Странно. Так мне же 4 надо. Нет, 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 это все понятно. Так, ладно, может заехать еще где. Там 271 метр. А там что у нас за цель подсвечена, кстати? А, это канистры ему отвезти надо. Кстати, по карте куда здесь поворачивать? Так, по карточке нам нужно вниз, наверное, сюда. Вот так вот объехать. Вот так, вот так, вот так, вот так. И мы приедем туда, куда нам надо, верно? Надо сейчас поворачиваем налево, потом направо. Ну, давайте сейчас часть задания все-таки выполним. Да, блин, опять забываю, что... А, кстати, вот этот саквояжик. Что это такое? Нет, не открывается, глядите-ка. Все, быстренько сейчас все сделаем, потом займемся другим заданием. Тем более у нас есть авто. Ой-ой-ой-ой-ой. По-быстрому. Не-не-не-не-не-не, аккуратно объезжаем. Ух ты, выбивай. Слава тебе, Господи, догадалась. Представляете, сейчас навстречу тоже зомбарь едет. Вот это был бы прикол. Так, почему сюда? Не понял юмора. Ну, ладно, сейчас остановимся, посмотрим, что тут 27 метров. О! Голову! Так, вроде сдох, да? А, нет, глядите. Все правильно ехали. Странно, здесь карта показывает. Там вообще показал, что 20 метров там, да? Почему я... А, вот здесь можно просто пересесть, слава тебе, Господи. Может влево сесть. Так, нужно по этой дороге продолжать ехать. И мы приедем туда, куда нам надо. Давайте сейчас просто будем ехать вперед. 14 опыта еще дали. Ну да, вроде здесь. Ой. Сейчас она еще вытащит меня оттуда. Это вообще лол будет. Да-да-да-да-да, все здесь находится. Открывайте, отпирайте быстрее, друзья. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, сейчас вот как раз ему бензин отдадим. Выходим. Так, канистра с горючим. Все, понесли. Ставим, сейчас он подожжет этих зомбарей. Быстрее, иди. Ну? Спасибо, этого должно хватить. Кстати, я Майк. Я там тела снаружи в кучу свалил. Пора приступать. К чему приступать? А, вот шашлык жарят. Не знаю, мне кажется, более подошла бы под сцену сожжения музыка из Мэрилин Мэнсона, что-нибудь такое. Такого репертуара. Так, ожерелье я, кстати, вроде. Чем раньше ты найдешь... Ого! Отличная работа, прекрасно. Дайте мне буквально секунду, и она зарычит. Так, супер, здесь тоже все сделали. Так, 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 так. Ожерелье кому-то еще должен был отдать, да? Сейчас отдадим, секундочку. Где эта девочка у нас сидела? По-моему, она... Да, вот сюда заходим. Так, тебе ожерелье, нет? Не тебе. А, вот ей, точно. Да, это оно. О, спасибо вам большое. Вот обещанная награда. Спасибо. Новый уровень, доступны новой модернизации. Так, хлеборезка. Давай сюда. Вот это хлеборезка, да? Так, нафиг, сейчас посмотрим, что мы еще можем взять. Так, труба. Это
Почему он не берет вот свободный слот хотя бы? Очень странно. Так, придется тогда посмотреть инвентарь. Ну-ну-ну-ну-ну. Да елки-палки. Да что ж ты будешь делать-то? Она еще кнопка не сразу переключается, то есть там какая-то пауза проходит. Так, давайте-ка бейсбольную биту. Давайте-ка бейсбольную биту назначим отсюда. Отлично. Так, здесь тяжелая ржавая труба, тоже стандартная хрупкая, самодельный нож, секач. Секача возьмем сейчас. Мы его сейчас его прокачаем еще. Вот, теперь супер. Так, может влезет? Не, глядите-ка. Секач. А это, простите, что у нас? Хлеборезка. Хлеборезка круче. Энергетический напиток нам не надо брать. А что у нас с заданиями? Значит, второстепенные задания. Да, смотрите, сколько уже выполнили. Луч надежды. Зажигаем огни. 1200. Давайте вот так вот. Далеко? Нет, всего 160 метров. Может, здесь что-то у них новенькое появилось. Может, сейчас батарейку. Может, тут найдется то, что нам пригодится. Электронный хлам. Ну что, здесь, а здесь, смотрите, снова что-то появляется. Вот это прикольно. Сюда можно несколько раз приезжать и постоянно тут что-то находить. Тут вот, глядите, как раз вот и ничего не нашли сейчас. Так, смотрим. Ах, хлеборезка, она хрупкая. А гвозди у нас, по-моему, были, кстати говоря. Так, требуется уровень 3. Починить. А у меня какой уровень? Почему не хватает? Привод еще надо найти, кстати. Потрошитель, чтобы сделать. Металлолом 2 и 2 провода. Ага. 2 дезодоранта. Самодельная бомба, нифига себе. Вот это неплохо. Так, я так понимаю, что здесь мы особо-то ничего и не сможем поделать. Так, давайте-ка сейчас здесь починим. Здесь 91-94. Я думаю, что не стоит вообще неэффективно деньги тратить на починку. Так, все, заходим слева, садимся вправо. Отлично. Так, как бы развернуться здесь? Ну! Налево, я надеюсь, хватит радиус разворота, блин. Да, нормуль. Ага, дверь, вот эти врата-то не открылись полностью. Все, сколько здесь? 130 метров. Мало! Чё-то я разогнался. Гонщик Спиди, блин. Так, вот, кстати, скорая помощь. Раздавили его, да? Выходим. Так, кто там рычал? А, вон он один еще есть. Скорую помощь, я думаю. Опа. А их тут несколько. О! Вот это другое дело. Хотя, блин, пинка ему надо было просто дать, и все, он бы... Самодельный секач. Берем. Все берем. Гибкий шланг. Да тут какую-нибудь атомную бомбу, наверное, вообще можно будет соорудить. Так, вот, смотрите, снова бинты. Болеутоляющие. Точнее, обезболивающие еще бинты. И деньги. Клево. Так, 30 метров. Аккуратненько, аккуратненько здесь. Так, пусть... С этим все. Бродяга! На! Так, с этим удастся его порезать? Руку отрезал. И голову сейчас отрежем. Так. Кстати, износ не такой уж большой. А я думаю, что если прокачать, то тогда вообще нормально будет.
она будет не быстро изнашиваться.